честно, мне понравились все три аромата, которые мы сегодня попробовали, но мой любимый пока Intoxicated. Он так неожиданно раскрылся на моей коже, причем несколько моих коллег попробовали его же. И интересная такая штука, что у каждой девушки аромат звучал иначе. И не знаю, на мне он понравился мне больше всего. Нескромно, но приятно, потому что мне кажется, что вот я свой выбор сделала. Как всегда, Kilian удивляет и завораживает. Потому что новые ароматы, они таинственные, они насыщенные и они манящие. И когда тебе говорят, что сейчас нанесут аромат, в котором есть марихуана, это, во-первых, очень интересно. И нужно иметь смелость, чтобы его попробовать. И я не жалею, что я попробовала, и раскрылся он на мне, как ни странно, довольно скромно. Всего лишь такими травяными нотами, в которых чуть-чуть угадывается вот та самая пикантная нота. Но, правда, действительно, очень хороший аромат.